Якутские школьники получили бронзу в национальном чемпионате Junior Skills. Он проходил с 15 по 19 мая в Краснодаре в рамках финала 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Призеров поздравил министр образования и науки республики Владимир Егоров. В свою очередь ребята на круглом столе рассказали о конкурсных баталиях. В чемпионате приняли участие 148 команд из регионов России, а также юниоры из Нидерландов, Белоруссии и Швейцарии. Участники сражались в 19 компетенциях. Якутские школьники заняли 3 места по аэрокосмической инженерии, лабораторному химическому анализу и мультимедийной журналистике. Также приняли участие в дисциплинах по кровельным работам, по металлу и кулинарии. Министр образования вручил призерам сертификат на стипендию главы республики с приглашением на новогоднюю елку. Мой блок был достаточно сложен, так как я программирую микроконтроллер без выхода в интернет. Это было самое сложное. И монтирование нашей спасательной капсулы с помощью лазерной резки. Такого у нас нету. И это было кое-что новое для нас.